Игнатий Тихонович Лапкин, стихотворение, посвященное православным миссионерам-проповедникам. Сушите сухари, уходим до зари, поход нелегкий и не близкий будет. Великий труд, что съел, перегорит. Без праздников маячат только будни. У всех народов есть такой запас, который занимает мало места. Последними калориями многих спас. Заранее замешивая тесто, читайте и учите наизусть не что-то, но священное писание. Не каждый случай, в этом вся и суть. Оно под не подведет, в беде достанет. Не так и много места в рюкзаке, но сверху уже в любой момент поможет. Не загружайтесь лишним налегке. Планеты странник на Христа похожий. Он не имел где преклонить голову и не носил тех книг богослужебных. Затем апостолы, их проповеди звук разнес все капища, как половодьем щепки. С собой они несли не корабли, а малое горчичное зерно. Вкисали войны, тираны, короли, и прорубалось в небеса окно. Отечество земное далеко, патриотизм поповский был им чужд. Несли духовное святое молоком упитанному римскому бычку. Преображались змеи, скорпионы, львы кровожадные, лукавые лисицы. Меч, слово Божие, разбило все препоны. С дарами Божий дух на них излился. Цените изречения и стихи, конечно, не подряд, но всем по вкусу. Христова кровь омыла с вас грехи, спасение только во Христе Иисусе. Спасибо, Игнатий Тихонович.